смотреть. Мне, кстати, сам смотреть, когда поет, куда где, и кусать этих людей. Там-то у всех есть время. Почему тактики стоят и бьют просто рай? Тактики нам не могут. На лоре все равно второй текстуру. Не останусь, сейчас секунду. Знания дали еще на 8 секунд. Я понял. Значит, надо контролить. Могу встать, дать масс-рест. Контролить тех, кто не дергается, как тактики, и бить первого тактика. Одного можете ферять, одного сразу бить. Сейчас он Ханс станет, даст пресс. Конечно, сбили там АОЕшку начали. Хорошо. Мир тебе. Вот, видишь, вот этот вайп на трэш, ты считаешь, сколько они времени занимают? По моим подсчетам уже 8 минут вайпы на трэш. Может и больше. Слятина, ты тут? Ну а чё нам вот ретрик? Криты? Баф, хила аура. Есть. Баф, аура, монорек. Ну ладно. Стан еще один на вальках. Тоже пригодит. Еще одна капля. Ты про какие? Ну, на Личе. Или нет? На Личе. Да, наверное. Нормально зарофлю. На Синдре в склеп будет давать стан. Бери суслятник. А ты пригласи ее к Дискорду. Мы ей объясним. Скажи тут. Войт с тобой поговорить хочет. А его нет онлайн. Я смотрю. Бейте нету, может, он на ДК. Сейчас глянем. Значит, нет, нету ЕП у него уже. Молоко, короче, берешь жену, подсаживаешь играть. Сам становишься хилером и хилишь ее. И потом претензии о том, что ты не уделяешь внимания, так как ты ее хилишь, нет в принципе ни. Я ему написал. Слядь, на командруле ему написал. Если она танкует, тогда вообще претензий быть не может. Может, если уронит. Ну да. Такой подзатыльник. Это до развода дойти-то она может. Это слишком большой риск. Давай тренинг, да. Так а просто надо, да? Трэш еще зачищать. Что, меняем? Нет. Что, оставить? Нет. Чего? Кого? А этот, молочко. Скажи 5 минут еще. Утекает, утекает молоко. Ты че? Че, я спросил суслятника, если он зайдет, будет ретрик. Угу. Хороший ретрик. Нормально. ДПС, может, не вагон, он такой. Ну у вас люди на замене с самого начала РТ сидят. Выберите кого-то левых. Я думаю, можешь ханта взять. Если что, в ретрик я сам. Ну. Зачем они на замене сидят, если вы их не берете? Так. Мама Эдик. Давай, в рейд.
Не отвечает он что-то. Да я уже закинул это. Ханта засамонить. Так, кто будет сам? Тема, что ты там встал? Давай, суманься. Чтоб не бежать. Да, там нету чего. А в гильдии нет АДК? АДКшников одетых? Дима был. Они престов апают хорошо. А тут на стержне с АДК вообще проблемно. Здесь только фросты вон. В основном все играют. Кто-то дамажить хочет. Так, это я здесь в принципе с танками проблема. Вообще в принципе. Я не про танк. Блин, про фрост такая, амфорин такая. Про ладов вообще молчу. Единицы и то они пробные просто. Так баб ДД не человек. Мульт, ты здесь? Мульт. Может, трэш убьем? Слушай, а чё? Гамбанкует тоже пришел на сервер? Ничего. Ну я вижу, а я скрин увидел. Не знаю, Элвис тут надо. Молитесь, что ли? Просто я Элвис жду, когда скажут, блять, трэш. Метки он выстрелил. Блять. Вой, ты в танке? Нет. Хорошо зашел. Играйте по безметкам. Квадрат вернули. А кто людей убивает? Тактик, их надо агро на них набирать, если что. Я не знаю, почему вы не набираете. Что происходит? Вот тактика нам надо забрать. Вот тактики агро не набираются. На лайф верну. Почему? Диспелл. С мидвея продиспелите. Они сами по себе. Да вон все набирается. То, что они прыгают, это не значит, что вроде набирается. Череп поиграем, потом квадрат. Кстати, я вот омраченного держал все время в корнях, он стоял на месте. У тебя сильные корни. А квадрат. Смерч постоянно сбивали, потом на ГКД ушел, а корни нормально. Блин, а я ищу, думаю, где, блин, ну Макс, ты вообще, короче.
проверить. Нет, ребята, идем налево, чистим трэш. Так он же не прибегает. Прибегает. Да, а просто раз тоже прибегает. Он тут изредка набрибегает. Лучше не рисковать. Вайпаться и потом этот, проще вот этот трэш 6 мобов зачистить. И потом нормально идти. Все. Рок. Погоди. Наверное, агрится, если сова рядом со стенкой стоит и дает старфол. Да, тут, знаешь, бывает на всякой хрень агрится. Тут такой без... рейндж большой. Не знаю, или это чисто. А тут в этой комнате я заметил точно, что более увеличенный рейндж, я не знаю, вот он масштабируется. Вот эта комната масштабирует. У меня цепь в обычной ситуации на такое длинное расстояние между игроками не прыгает. Здесь она реально прыгает там вплоть до почти 20. На пятнашку точно прыгает, а не должна в обычной ситуации. Масштабируется рейндж, интересно. Ну, я просто не знаю, как это описать по-другому, вот, ну, вот, вот так. Ближе, давайте побарабафались и погнали. Через потом под изметку. Нарушается пространство на времени на линейной контине. Техал, притяни этого вдалеке мага. Ну, или так, да. Вот ты когда видео будешь писать, посмотри потом. Я не пишу там. Тем. Как тебе лучше, Жайна? Я не видел. А, этот-то Трини, который рейнтовал? Там с Трини. Бред. Так, да, череп. Луну за контроль, по черепу играем. Угу, сапнул. Тяните луну. На РДД там, короче, СПД дает и искры типа насобираешь. По черепу играем. Два сапнул. А кто убивал уже? Джоки убили, да? Никто не убил еще. У них прикол был, они оставили 11% после этого рестарт, какой-то не рестарт, там какой-то разбор полетов был с админами, какая-то мифическая берса включилась, но у них видео есть этого всего. То есть там. Этот как его клинит, в магазине можешь посмотреть. По луне играем. Короче, там. Рестарт, правильно делали. Ну, короче, они должны были реально ее положить, судя по их рассказам. Да, они много чего положить должны были. Аристократа доливаем, идем на босса. Так, не, нет вроде в магазине же их еще. Ну, а где ты, где вы смотрели? Ну, это Саня скинул. Ну... Значит, там надо где-то смотреть. О, Дис подошел. Типа, короче, там 15 стаков вроде делаешь, и на 3 секунды урон увеличивается Честер на 15%. Да, давай, у меня еще пару трат есть. Надеюсь, с первого убьем и все. Соответственно, рыбу кушаем по тактике. Пактом сбегаемся, по укусам. Макрос я вам написал. Далее, с тенями. Соответственно, 3D-метки. Поставил также по углам, ой, по стеночкам разливаем, пожалуйста. Примерные метки я кину. Далее объясню сразу по-быстрому. Так, куст должен Роме поймать. Роме, давай как боженька. Далее пак кидает центри человека, ведь между этими людьми будет розовые лучи. Соответственно, вам надо сбежаться друг в друга. Надеюсь, понятно. Хил вы, РДД, ДД, не докастовывайте, сразу побежали. Далее, тени. У вас чуть-чуть становится фиолетовый экран. Соответственно, кидаются на вас добав тени. Вам надо отбежать с рейда, соответственно, от квадрата до луны. Или от трусов до ромбика. РДДшники, если можете, где сейчас звезда. Вот так вот бегает. Если получится, вот здесь разливайте лужу. Лужа примерно как на Джаракусе.
Если лужа уже где-то разлита, значит рядом бежите. То есть, если у стенки уже есть лужи, бежите рядом, разливаете. Есть, понятно. Далее. Это наземная фаза. Взлет, по истечению времени будет взлетная фаза, соответственно, она взлети, бросит все, подойдет в центр, фирнет всех, соответственно, тотемы, шамана, тотемы трепета, мультидори, как его? На себя, пожалуйста, антифир и масс дисперити. Особенно меточку с тенями, которые, надеюсь, понятно, Доли должен сделать. Продиспелить ее масс-диспелом. Дальше, соответственно, когда она фернула, взлетает, она дает кровавый вихрь. Набираете рейндж 8-10 между друг другом, соответственно, жмете свои процейф обилки. Хилы прохиливает рейд. Длится это воздушная фаза 10-12 секунд. Далее, так же, как и на наземной. Кто что не понял, спрашиваем, чек на готовность. На пул на мидвее. Соответственно, перед рожу босса никто не заходит. Фласки, да, надо, да. Чё по СС? А, по СС, по СС. Давай, на один The Doom. Давай на Честера предохранитель. Да зачем мне этот СС? Тифона. Я тебя предохраняю? Да мне бабл есть. Ну, все равно, вдруг не прожмешь. Может, так пишу. Все готовы? Макрос, линкани еще раз. Линканул. Погнали. На пул на мидвея. Макрос линкую. Пак там сбежались. Макс, ну. Ничего страшного. Усай по топ ДПС, значит. Тени 5 секунд. По поводу тени, их можно скидывать бабл. Если да, да, да. Мост побежал. Глыбы можно скидывать. Пак, 5 секунд. Бежались. Тени 5 секунд. Турбойс. Илил 10 секунд укус. Угу. Ты никуда не уходи. Пак, 4 секунды. Бежались. Кто ДПСеров кусаем? Тени 5 секунд. Следующим можно писать мульт турбойса. Них под ДПС. Маро, молодец. Иду, Маро, шейп. Пак, 5 секунд. Ну-ка, что за дума? Бежались. Шаманы, тотемы, трипта. Тень, 5 секунд. Скифон побежал. На скифон антифир. Дубовую жопу прожми. Мульти, прыгай, прыгай, мульти. Дал сакру. Давай, давай, давай. А сейчас я отдам. Дал тоже. Прохил рейда. Пак, 5 секунд. Перед рожи вышли. Сбежали с тени 5 секунд. На пол на мидвея. Мангиал побежал. Честер, если есть, Салю отдай по турбойсу. Сейчас. Кусай вот шейпер. Не вздумай. Кью можно укусить. Я хантал кусил. Орхидея хантал кусил. Да. 5 секунд. Орхидея турбой. 4 укуса. Бежали с тени 5 секунд. Мульти побежал. Гейм на ману.
Муль тебя укуси только главное кого-то, или если... Он без укуса. Угу, вижу. Вот укус, пошли раздать. Сдали укусы. Вот Шейпер кусает Ленин. Сюда его кусили, отлично. Пак, 2 секунды. Сбежали с тени, 5 секунд. Тотемы трепета шамана. Тут лопасос побежал. Лилу Моса кусает. Ну, ты что ты стоишь там рядом с вами? Урон получаешь, а я беги в сторонку будешь. Вы раньше не соблюдаете, еще собираете, соблюдайте раньше. Рэнджу собираем. Мульти, гимн на ХП. Прохил рейда. 17 секунд. Сакра нет, у меня тоже. Прохил рейда. Отлично. Укусить не забываем. Прохил Дуг Дымыча. Покусали, в пак там сбежали, с тени 2 секунды. Бегом! Ленит побежал. Покусали, покусали. Клини туда хильте. Сдох. Ну штуку Роме не передал, да? Ну, Геру дали. Будем пробовать. Отдать БР. Надо его убить, а нас убьет. Так, 2 секунды. Да кливами забьем. Отдать БР. Тени 3 секунды. Отдать БР на клини. А давай! Доринка, беги. Кто не твою, блядь. Да, ложимся, я так думаю. Не добьем. Так лужу кто-то в миле разлил. Да, я прослакал. Нормально. И где? Да они укусили, потому что Макс, как обычно. Сейчас вот будешь, короче, с этим. Я не буду тогда вырываться. Да я и так, блин, без спотов, без всего, просто зашел, начал бить спокойно. У тебя просто нету билки на минус агро, поэтому ты там в топе по агро. А где у Вара билка на минус агро? Ну, Фурика есть, Фурика Вармса есть. Нету. Я подожду, я когда лучше. Сразу после этого прыгает туда. О, отпускает. Масрез. Что вы с этими, с тенями стоите, не бежите сразу? Через орхидею где-нибудь. Поближе подойди. Вы раньше не держите на зарядке. Слышите, ребята, я вам что, пока бежите? Я вам там скажу, вы на взлетке раньше не держите. Да что там взлетка, вы даже босса бьете, вы не держите раньше. Вы стоите втроем, вчетвером получаете урон. Но ты стоял сейчас, бил рядом с еще двумя персонажами. Неужели ты не знаешь, что нужно раньше 8 метров набрать? Там было свободное место слева от точки, можно было отойти. Ты стоишь, кастуешь, не соблюдая рейнджу. Соответственно, все получаете урон, хилы потеют. Зачем? 8 метров рейндж друг от друга набрали. У вас табличка во время боя появляется. Дистанция. И ник игрок. Если у вас там есть еще какой-то игрок, вы просто нахуй набираете от него рейнджу. И он от вас просто шажочек так... другой, влево-вправо. И тю, забирай укус тогда сам. В чем проблема? Попробуй, забери, да и все. Леш, ШДД проще отдавать, чем миликам. Вы рейндж держите и ну, не будете Зидон, падать Тахан. На пак. Тахан говорит, Зидон, ты можешь направо сейчас перейти ко мне? Давай, лады. Я тебя укушу, пойдешь налево. Будешь раскусывать левый, я право буду раскусывать. Только я третий укус отдам Миллику, он пусть Милликов раскусывает. А кто говорит? Хан, it you. Все, понял. Давай, ну хорошо, сейчас справа сперва, потом лево буду отдавать. Ну а ты лево уйдешь и ага. По той стороне всех раскусывай. Я скажу Миллику, Роме, выйдешь, я тебя укушу третьим укусом, будешь Милликов раскусывать. Я тогда буду там грубосев, ну... Ну, кто слева будет, кусай, да и все. Ну, пусть этот грубосев, жрец стоит этот мультя. Пробовать. Да, это простая тактика. Лево-право раскусывается, и все. Успел, укусил хила любого. Пофиг. Ну, не пофиг. По ханту.
Ну, кстати, а давайте тут ДПС, кстати, тут с головой. Это учитывая, да, что... А можно мне хил абсорб по ДЦ? ДЦ что вообще делать здесь? Мне интересно по ДПС и по абсорбу, что он будет вообще делать. Все посмотрим. Плохо ДЦ, очень плохо. Абсурд. Комедалика, слышишь? Нет. 100 тысяч? Серьезно? Это плохо, я вам говорю. Это не то, что плохо, это вообще ноль, можно сказать, без палочки. Ты за весь бой 600 тысяч за щитами забрал. Это херня полная. ШП без вкачанного таланта так. На отхил перехилил. Да, кстати, не стыдно? Не, ребята, ДЦ плохо. Кричи на АП. На АП? Не надо, он дал вроде кулак. Честер пусть кулаки или что? Кулаки есть. Бахните им по... А, хотя им тут бесполезен. Кулаки Дымич может дать вот прото дает. Прото не надо. Давайте я. ДЦшник есть. Нет, у него кулак плохой, у Холика лучше. У меня вкачанный кулак, я дал вам всем кулак. Погнали, давайте, бегом. Чек на готовность. Помидоринка. Сейчас, еще секунду. Переставлю форт. Дай роги кулак, честно. Дай мне роги кулак. Отчет на пол. Это было неразумное решение. Пак, 5 секунд. И про рейндж не забыл. Рейнджу набираем. Проверка дистанции. Видите, что там только ваш ник был. Тени 5 секунд. Задум. Куда ты от меня убежал? Получил маг. Укус. Пусть меня укусит, я рядом с ним стою. Пак, 5 секунд. Бежались. Бежались быстрее. Отлично. Тени 4 секунды. Че, милик не выходит на бегу? Котяка побежал. Пак, 5 секунд. Курс, секунда, мак. Бежались. Я к тебе иду, задал. Все, хантал пусть. Ах, слева раздает, хант справа, правильно? Правильно. Тени 5 секунд. Войд побежал. Пак, 5 секунд. Бежались. Мак укуси Роми, и потом он пусть Меликов раскусит. На пол. Тени 5 секунд, тотемы трепета поставили. Кристалленте эфир, готовьтесь масс диспел. Ладждан побежал. Тотем трепета около себя ставь. Зайду, мне убегай. Понял. Я спал. Сложимся. Ночдан как упал. Смотрите, из трепета не выбежал, трепет долго срабатывал. После того, как встал крестом, быстрину на себя скастовал и тут же упал, не хватило. Просто если в таком случае, тотем трепета сразу обновляй. Тотем трепета, тотем трепета стоял фактически, ну, двери. Я тебе что сказал? Обновляй сразу же по ОКД. То есть бежишь и просто его кастуешь. Че ты отменил диван? Ребята, есть. Через зеркало прошивает. В рейде есть два приста, которые
моментально снимают массовым рассеиванием эфир. Защита от антифира есть, я знаю. Защиту могут присты на себя кинуть, первый раз дори кидает на себя на первой взлетке. Дает в человека, который сфером бежит, массовое рассеивание. От луж все перед взлеткой отбегают благовременно. На второй взлетке мульти-антифир на себя и массовое рассеивание по людям, которые бегут в лужу. И тогда вы не будете дохнуть. Так, мне ласт трай, короче. Шаванил. По-моему, Шансунг еще диспелил. Шансунг ливанул, ясно. А че Ругу ливанул, который на замене в 8-й букве? Ну, не дождался. Ничего не писал. Так он просто ливанул с рейда и из гильдии сразу. Ну, он вчера только вступил, он думал, наверное, что его сразу тут будут вагонить и везде брать. Вагоня, да? И его дело. Врачок какой-то. Может, Привор посмотрел, увидел, что следующий месяц только следующую вещь через месяц заберет его. Хан, поменяй местами трени. А что тут? ДПС хантов зависит от того, как трени поставить? Не, бывает иногда не работает. Бывает и чешка вот не работает. У меня такое было один раз. Местами меняешь сережки, тогда работать начинает. Угу. Котяка, лол. Сервер полный сюрпризов. Что привело тебя сюда? Ну, такое за всю игру один раз у меня всего лишь было. Жизнь недружелюбная иногда становится. А здраво сокер-то? А, меня здраво не будет, да, точно. Тина, если будет, пойдет вместо меня. Чё ты на ломас резко применил? Потому что когда? 50 секунд. А вы сакры отдаете, да, на взлетке? Он первый, я второй. Твоя первая за сакры не дает. Наверное, на среду, не знаю, посмотрим. Не, ну вам надо трайт, реально, вам надо Синдер Лич. Не, убьем, я тебе не до пронос, ЦЛК будет завтра, меня про ЗА спрашивают. Вот смотри, он пишет Скифон, я ластрай Честер, я ластрай Скифон, это Эрдру, да? Да. Или он сова сейчас? По спеку исцеления. Не, он Эрдру. По спеку исцеления, блин, минус 2, без хилов, уже не вариант. Рыбу ешьте сразу. На самом деле, ванна проще, чем проф, на самом деле. Не, ДЦ делай что со своими именно абсорбами, ты вообще, мы тебя тупо чисто вагоним здесь. То бишь мы хилим втроем, именно Эршан, Эрдру и Хулипал, и все. Не, он сейчас нормально хилил. Могу вам дать полный абсорб, ты, кстати, прервался, полный абсорб за инстант ДЦ. А их сейчас все вливают. ДЦ, смотри, вот твоя статистика. Ты на 5-м месте, ты почти догнал Крис. Всего лишь на 150 тысяч меньше тебя нахилил. Это не прошлый, это еще через предыдущий. Это за полный. С пула места, это полный абсорб. Это не абсорб, это говно. Извините, выражение. Что-то так. Вообще не эти цифры прям. Ну, не знаю, может у меня криво показывает. Тут рекаунт, он сразу идет с этим, с модулем хил абсорб. Поэтому, может, я не прав. Вон, видишь? Нет, правильно. Это очень мало лица. Слабенький обзор. Чек на готовность, давайте. Бафы. Бафы. Алло, прием. Раздаем быстрее. Пару траев не сделаете, Скифон Честер? Что, так же справа, да, стою? Да, пошли. Ласт. Просто маг там раздамажился сильно. Какие пару траев, сейчас убьем вообще. Ну да. Черт, сейчас. Вальку бы еще хорошо убить. Чек на готовность. Вальку так можно завалить. Честер. Котяк. Сейчас. Кипота добью. Да. Так, все готовы? Чет на пол.
а то походу кроме меня никто шипы не давит. Пак, 5 секунд. Бежались. Тени 5 секунд. А, нет, тени, сорян. Дезинформация. Тени 5 секунд. Лачдан побежал. А на пол нет больше? Пакт, 5 секунд. Зум раскол сделай. Бежались. Тени, 5 секунд. Отъехал, побежал. Носите как можно ближе. Сжимайте. Больше места. Так, 5 секунд. Сбежались. Уходи налево. За домом. Уходи налево. Тени 5 секунд. Мост побежал. Пакт, 5 секунд. Бежались. Шаманы, тотемы, трепета. Тени, 5 секунд. Орхидея побежала. Роми, выйди правее. Прохил, прохил рейда. Рейджу набрали. Дал. Минус, минус укус. Минус укус, да? Ага. Но есть укус у задума. Я в турбо кусал. Ну ничего. Так, 3 секунды. Орхидея, Берри, Ритью. Скифон, Берри, Роми. Сбежали с тени, 2 секунды. Моса, Берри, котя куда? А, молодцы. Ритью положили. Отхила нет. Отхил вообще почем. Слав, Берри, Ритью. О, ясно. Не-не, там отхил проблема, вообще отхилов нету. Ложимся. И, конечно же, приз виноват. Нет. Просто спикай тогда пятого хила, котяку вот этого, спикай хила. Славян, ты сможешь? Да, сможет. У тебя не получилось. Отхил в натуре очень. Давай, последний трай, ребятки. Давай, риснешь. Да, схил. Бог. Тут вообще просто. ДЦ. Да, дело, слушай, на одного человека не стоит зацикливаться. Дело в том, что здесь на взлетке никто не должен умирать, тем более с укусом. Если умирают люди с укусом, мы тут потеряем ДПС, БР. Ну, котяку, давай, да. Спуск. Не должны люди умирать на взлетке. Набирайте рендж 8 метров друг от друга. Пал дает. Свои сейвы отдавайте, дубовые кожи, что там еще можете прожать? Ребят. Дом. Все, надо, просто да. Нашел крайнего дом, ну, успокойся. Ну, не справляются, значит, пятый хил нужен, вот и все. Баф, спекайте. Давайте, фулл баф сейчас отдаем. Пуляем, убиваем. Вон вам камешки еще поставили. Еще один момент, КРДД. Когда на вас кинули тени, вы не стоите и не докосовываете. Вы сразу бежите. Вот сейчас орхидеи кинули тени, она стоит, докосовывала какую-то шнягу свою, там только потом побежала, когда лук под нее. Так у нее комп слабый.
Ну, я всем говорю, не только ей, правильно? Видели метку, сразу побежали. Если вы не маха, не паладин, вы не можете скинуть ее. Давайте добегаем быстрее. Не надо стоять на месте. Кто-то в Фире забежит в лужу в центре и сдохнет. Сейчас пал выбегает. Смотри, Скифон, я тебе кое-что скажу. Восстановление ты используешь. А что, поставки были? Да. Да, были. И ты тратишь много времени на то, чтобы скастовать восстановление. Это не тот босс, на котором его нужно кастовать. Твои две способности, первое омоложение, второе буйный рост. Их используй больше. Не должно быть оно на втором месте у тебя. На четвертом, на пятом восстановление. Буйный рост на втором должен быть. Прям не используй его. То же самое к котяке, который спекнулся. Так же, как он не хиль. И, пожалуйста, омоложение, буйный рост, но весь рейд должны развешивать быть. Восстановление можешь кастовать, когда видишь ли этого окно, но не так, как ты. На втором месте оно вообще не должно быть. Чем раздайте это? Еще баф по ханту. Баф раздаем? Оперативнее. Чего не хватаем, пишет в чат. Так, Слав, готов? Все готовы? Отчет на пол. Горн, дай дека. Пак, 5 секунд. Бежались. Тени 5 секунд. Котяка побежал. Да почему 2 на полу не хватает? Пак, 3 секунды. Бежались. Быстрее. Оперативнее все делаем. Сорян. Тени 5 секунд. Затем побежал. Пак, 2 секунды. Бежались. Все, выходи. Вот Скифон и клинит. Вы не уже стоите между вами. Сова по ней. Вам раньше надо. Тени 5 секунд. Почему он не следит за этим сам? Лилил побежал. Пак, 3 секунды. Бежались. Шаман и тотем и трепета. Тени 5 секунд. Роми побежал. Сака твоя. Дал. Роми, на тебе, милики. Рейнджу набираем, рейнджу другом. Рахил рейда. Тут шейпер, ты в луже стоишь. Пак, 5 секунд. Бежали с тени 5 секунд. Быстрее сбегаемся. Отъехал, побежал. Скифон просит иннер. Мост, дай по скифону. Пак, 5 секунд. Бежали, я мульти укушу. Пап. Гейм на ману сыграл. По ютюб побежал. По ютюб побегите кто-нибудь. Чулан, зачем ты побежал? Все правильно, он укус получит. Я так и получил его укус. Я ханта потом. Пак, 5 секунд.
кусаю Арок. Лил. Сбежали с тени 5 секунд. Быстрее сбегаемся. Тотем и трепет обновили. Дори побежал. Элемент еще не уходит. А я сакра. Прожимайте деф, там мастера утренные мастера. Дефа прожимаем, давайте быстрее. Блин, 8 метров. Танки стоят на лестнице, все остальные внизу мансуют пузыри, жмут, все говно свое. Вот, более-менее рейндж отъезжается, видите, не умирают люди. Так-то вот много. Фак, 5 секунд. С укусами не прослакаем. Можно уже и убьем. Сбежали с тени 5 секунд. Укус раздавал. Бегаемся, быстрее. Помидоренька. Хидея укус. ТЦ. Дори давай, побежал. Рост будет? Раскусали? Деру да, дали. Вроде да. Деру дали. Потерял, короче, долго думал, кого кусать. Меня бы укусило. Факт. 4 вот секунды. Бежали, стени 5 секунд. Лил, кусаем мост. Мульти побежал. Вот шейпер без укуса. Да там сейчас этот, как его, орхидея всех завалит. Стан и вих. Что-нибудь как-нибудь контроль. Стафол даст и пиздец. Извините. Кусаем те, кто не укушены. Добиваем босса. Сбежались. Тени 3 секунды. Вот шейпер вот слева не укушен. А куда ты бежишь? Да ну, бред какой. Хидея, в чем проблема? Вот я видел, Хидея. Она пыталась за Дори укусить. Единственный, кто был в радиусе, чтобы укусить, был Дори. Она за ним побежала, а он от нее убегать начал. Слушай. По поводу укуса. Вот сова бегала там 10 секунд. Она могла побежать танк укусить. Если бы она укусила танк, она бы хотя бы запасы не потеряла. Она стояла, она прицелилась. Я следил, я взял ее таргет, запомнил и смотрел, стоял, что-то объясняю, что она делала. Она стояла, укус, сбросился дебаф, она видит, что не может депейсить. Побежала к одному, не укусила, подбежала ко второму, это хило, как Дори, ДЦ. Она побежала куда-то в центр еще третьего кусать, и там потеряла укус. Надо было сразу выбрать себе цель, а не выбирать за 10 секунд. Понимаешь, в чем ошибка? Человек играет по ситуации, а нужно смотреть вперед. Вот поэтому сова сейчас и сдохла. Кто на второй укус потерял, это уже следствие пошли. Сова кого-то там вальнула и так далее. Все эти слабые компы ваши меня затрахали, если честно. Выкиньте их на помойку. Да успокойся. Да потому что уже не первый раз такое. Что, я что-то не так сказал? Если не прав, скажи. Не надо так. Я извиняюсь сейчас, но знаешь, в чем у нас сейчас неправы? В то, что у нас на укусах люди, которых не укусили, начинают бегать. Их за ними начинаешь бегать, пытаешься укусить, а они, сука, как стероидные, начинают бегать. Какого хрена те, которые, на которых нет укуса, бегают? Потому что рейндж. Потому что могут рейндж набрать. Если к тебе в этот момент рейндж не нужно набирать, они просто начинают убегать. То есть вот в данной ситуации, когда люди начинают пытаться кого-то укусить, трех клеток недостаточно, чтобы укусить. Этот человек видит, что к нему кто-то подбегает. Он не знает, хотят его укусить или нет. Он принципиально начинает убегать. Да не бывает такого. Не могут они принципиально начать убегать. Тогда пиши в лично в тому человеку и пиши ему, козлина, почему ты бежишь. Вот найди этого человека лично и пиши ему. Не надо на весь рейд это говорить. Сова бегала, она побежала к одному, побежала к второму. В итоге укус не передала. Тут есть еще и другие люди. Роме тоже наслакал, укус не передал. По этому поводу он уже все выслушал. И так далее. Вы долго выбираете цели укуса. Сейчас конкретно про сову, если говорить. Она побежала к таргету только после того, как